Здравствуйте. Многие зрители моего канала пишут, что на панели задач не отображаются в трее значки «Громкость» и другие, и спрашивают, как включить их. С правой стороны на панели задач в трее, где отображаются часы, нажимаем правую клавишу мыши, нажимаем на «Свойства», и здесь просматриваем и включаем интересующиеся нас значки, которые должны отображаться в трее на панели задач. Давайте я вот одно продемонстрирую на громкости. Вот сейчас я выключу, вот выключил их, окей. Значок не отображается. Теперь необходимо его включить. Открываем правую клавишу мыши, свойства, и вот громкость. Включить, включили. И если мы видим, что этот значок у нас не отображается после данного действия, можно перезагрузить компьютер, и можно еще попробовать по-другому. На панели задач правой клавишей мыши нажимаем «Запустить диспетчер задач», нажимаем «Процессы», и здесь выделяем Explorer Exe. Выделили, и нажимаем «Завершить процесс», «Завершить». Завершаем процесс. Все значки после этого у нас исчезнут. Ни одного значка на экране не будет, так что будем здесь внимательны. Все, завершили процесс. Ни одного значка здесь нету. Теперь нажимаем «Файл». Новая задача, и так как я раньше это проделывал, то здесь у меня уже стоит Explorer Exe. И пишем Explorer Exe. Написали. Нажимаем ОК. Все, значки отобразились. И значок, который мы добавили, тоже должен отобразиться в трее на панели задач. Закрываем. Все, вот так быстро каждый сможет восстановить те значки, которые были потеряны по какой-то причине в трее на панели задач. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.